Приветики! Это новое шоу на канале Владос. Правила игры просты. Один говорит, другой угадывает. Победит тот, кто больше угадал. Ай, долго объяснять не буду, сами все увидите. Ах да, проигравший получает жестокое наказание. Встречайте, Владус и Купик. И Купик. И привет всем, друзья, это новое шоу «Читай по губам». Правила этой игры очень просты. Один сидит в наушниках, другой говорит ему слова, тот, кто в наушниках, должен все угадать. Самое интересное, что проигравший получает жестокое наказание. А какие наказания будут, вы узнаете чуть-чуть попозже. Ах да, еще один момент в правилах. Если слово не получается угадать, показываешь жест «крест». Чем больше слов он угадал, тем лучше. Потом мы меняемся местами и все. Короче, погнали. А кто будет первый? А давай решим на Суефа. 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 Да ты что, офигел? Еще раз. Суефа. Ну ладно, ты первый. Надеваем наушнички. Включаем громкую музыку и погнали. Время пошло. Первое слово. Карамель. Лимонад. Карамель. Ламинат. Карамель. Карамбит. Керамбит. Карамель. Телефон. Телефон. Майнкрафт. Моржа. Майнкрафт. Мармеладка. Майнкрафт. Макароны. Морковка. Макароны. Макароны. Как ты это делаешь? Клавиатура. Чё? Клавиатура. Не слышу. Клавиатура. 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 Покрышка. Моргенштерн. Покрышка. Покрышка. Ты как? Мультик. Мультштук. Мультик. Мушка. Мультик. 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 Мультики. Да угадал уже. Трамвай. Трамвай. Весна. Кто? Весна. Звезда. Весна. Звезда. Весна. Верстак. Весна. Верстак. Весна. Береза. Весна. Ноу. Игрушка. Клюшка. Игрушка. Кто? Игрушка. Кто? Игрушка. Игрушка. Ксюшка. Игрушка. Клюшка. Да клюшка. Игрушка. В смысле? Игрушка. 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 Повязка. Кто? Повязка. Мармеладка. Повязка. Повар. Повязка. Скелет. Скелет. Ты офигел? Древесина. Древесина. Верстак. Звезда. Древесина. Кто? Древесина. Деверстак. Древесина. Кто? Древесина. Кто? Древесина. Девичка. Древесина. 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 Ну, сейчас, сейчас. Слово. Кто? Слово. Дрова. Слово. Слово. Да как ты? Троллинг. Ролик. Троллинг. Роликсы. Троллинг. Ролики. Троллинг. Роликсы. Троллинг. Гномики. Троллинг. Троллинг. Кролики. Троллинг. Колики. Троллинг. Колики. Тро. Шолики. Тро. Кролики. Тро. 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 Ко. Т. Тро. Кот. Троллинг. Котики. Троллинг. Ноу. Гаджет. Кто? Гаджет. Кто? Гаджет. Жаз. Гаджет. Дайджест. Гаджет. Лажест. Га. Лада. Гаджет. Жаба. Гаджет. Кто? Гаджет. 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 Светильник. Сосиска. Светильник. Кто? Светильник. Звер. Зверюшки. Зверьки. Светильник. Зверьки. Светильник. Зверьки-лист. Светильник. Свет. Свет. Вверх-вниз. Светильник. Свет. Светильник. 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 Крокодил. Кто? Крокодил. Крокодил. Экономика. Кто? Экономика. 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 Ака. Кто? Экономика. Ты знаешь, почти угадал. Акано. Апельсин. 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 Лепешка. Бёршка. Лепешка. Кто? Лепешка. Лепешка. Кто? Крипер. Кто? Крипер. Кипер. Крипер. Галкипер. Крипер. Галкипер. Морочек. Крипер. Ну. Крипер. Крипер. Не. Крипер. Липер. Крипер. 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 Ей! Алоэ. А? Алоэ. Алло? Алоэ. Алло? Алоэ. Алло? Алоэ. Алло? Алоэ. Чё? Э! А, алоэ. Алоэ. Ебой! Водичка. Фрукты. Водичка. Кто? Водичка. Франшиза. Водичка. Пачи. Лепешка. Это было не то. Водичка. Воришка. Водичка. Воришка. Водичка. 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 Корабль.
Коробка. Корабль. Коробки. Корабль. Корабль. Корзина. Кто? Корзина. Нет. Корзина. Нет. Коза. Корзина. Одна минута поехала. Корзина. Кто? Корзина. Козлина. Корзина. 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 Я же говорил, похоже просто. Авторитет. Авторитет. Пылесос. Пироженка. Пылесос. Пирог. Пылесос. Пижон. Пижон. Пылесос. Пылесос. Кто? Пыле... Освежитель. А... Освежитель. Освещение. Освежитель. Я не понимаю. Освежитель. Освежитель. 30 секунд. Освежитель. Освежитель. Минус. Балкон. Кто? Балкон. Окно. Балкон. Окно. Балкон. Ак... Балкон. Папоротник. Время! Стопы! Время? Да. Время. Сколько слов ты угадал? Сколько слов, ассистенты? 23. 23 из 30. Из 30 слов. Мне кажется, так вообще не смогу. Это была жесть. Теперь я говорю ему слова, а он их пытается угадать. Ну что, он нас уже не слышит. Погнали, я ничего не слышу, давай. Так, ассистент, время. 3, 2, 1, поехали. Пошло. Кнопка. Гном? Кнопка. Домик? Кнопка. Дом? Кнопка. Гном? Кнопка. Говори понятнее. Кнопка. Домик? Кнопка. Домика? Кнопка. Кнопка. Гном? Кнопка. Гномика? Кнопка. Я не понимаю. Кнопка. Кнопочка? Кнопка. Да. Кнопка? Да. Электрик. Электрик. Я не знаю. Я даже не понял, говорю. Аллилуйя. Освежитель. Три. Лифчик. Электрик. Электро. Электрон. Электрик. Трот. Нет. Электрик. Давай дальше. Пепси. Пепси. Ментос. Пепси. Мембер. Пепси. Пепси. Мемпес. Пепси. Пепси. Мемпес. Пепси. Пепси. Да я не... Пепси. Мемес. Пепси. Мемы. Пепси. Мам. Пепси. Пепси. Паста. Паста. Партия. Паста. Парда. Паста. Спарта. Паста. Парта. Паста. Парта. Паста. Бартер. Паста. 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 Парта. Паста. Баржа. Паста. Баржа. Паста. Паста. Спарта. Нет, паста. Сарта. Паста. Игрушки. Игрушки. Илюшка. Игрушки. Илюша. Игрушки. Игрушки. Ведущий. Игрушки. Илю. Игрушки. И? Игрушки. И? Илюты. Игрушки. Игрушки. Я не понимаю. Илюки. Игрушки. 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 Микрофон. Микрофон. Да. Подписка. Подписка. Подписка, да. Зомби. Лайк. Колокольчик. Зомби. Стоп. Зомби. Стоп-линия. Зомби. 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 Зомби, да. Да. Печенька. Медвежатник. Печенька. Печенька. Медведь. Печенька. Мишка. Мишки гамми. Печенька. Печенька. Да. Печенька. Фрукты. Фрукты. Фрукты, да. Колонка. Алоэ? Колонка. Это у меня было. Колонка. Лодка? Колонка. Колошка? Колонка. Колодка. Колонка. 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 Нет. Колонка? Да. Колонка. Пальма. 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 Да. Уголок. 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 Кто лог? Уголок. 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 Лопата. Лопата. Да. Лопата. Лопата, да, правильно. Кроссовки. Носок? Кроссовки. Кроссовки. Носок. Кроссовки. 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 Инстаграм. Сигарета. Инстаграм. Пистолет. Инстаграм. Инстаграм. Инстаграм, да. Панамера. 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 Панамера! Овечка. 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 Мешок. Ведрок. Мешок. 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 Бутылка. Путин. Бутылка. Путинка. Нет. Бутылка. Бутылка.
Паутина. Бутылка. Путина. Бутылка. Путина. Бутылка. Улица. Утка. Улица. Улица. Да. Приставка, да. Монитор. Паридон. Монитор. Паридон. Монитор. 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 Марикон. Назад. Монитор. 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 Нет. Монитор. Морито. Монитор. Морито. Монитор. 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 Да. Монитор. 30 секунд. Пицца. Я такое не буду говорить. Пицца. Пицца. Да. А, пицца. Я подумал. Колонка. Калоши. Нет. Колонка. Колонка. Да. Она же была. Нет. Инстаграм. 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 Да. Инстаграм. Да. Полка. Полка. Мода. Полка. Порта. Полка. Борка. Полка. Уборка. Полка. 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 Да. Фрукты, да. И все. Стук. Ну что скажешь? Было очень сложно, непонятно, ты не умеешь шевелить ртом. Ага, конечно, я все четко говорил. Ну ладно, мы уже посмотрим. Вот так, я потом пересмотрю. Так, ну что, ассистенты, сколько у нас? 23. А что делать? А такому не договаривались. Реально, ребята, что за фигня? А что будем делать? Ну что ж, ребята, мы придумали, что мы будем делать в этом случае. У нас в качестве наказаний идут жестокие достаточно задания. И мы решили взять одно задание на двоих и... Кто его лучше сделает? Да, правильно. Конечно же, это буду я. Не лучше, не... подожди, не лучше. Не кто лучше. Его быстрее сделает, качественнее, лучше и так далее. Во всем, да? Ну ладно. Да. Ну ты же знаешь, кто победит. Я. Надеюсь. Ну что ж, нам принесли задание. Сейчас мы будем выбирать. Давай я вытяну. Ну давай ты. Давай я. Рандомное абсолютно задание. Давай чем-нибудь полегче, а то я не хочу. Я не посмотрю, если что. Да, никто не посмотрит. Давай, я их могу еще перемешать специально. Давай, все, я у меня уже одно зацепилось. И это... Что-то страшное? Это то самое. Я надеюсь, ничего с вами не надо будет делать? Нет. Хорошо, а что набрать ведро воды. Но не просто так. Набрать ведро холодной воды и прямо из-под льда. Блин, может не надо? Может надо? Я не хочу. А я хочу. Ну погнали. Ну погнали! Чё ж, ребят, мы подготовились прям на отлично. Купик, я беру свои сапоги. Погнали! Ну что ж, надеваем перчатки, потому что сейчас может быть очень холодно. Ну что ж, ребят, вот мы и дошли до того самого места, где нам с Купиком придется выполнить одинаковое задание, это набрать воды прям из-под льда. Да, это все лед, мы сейчас стоим на речке, сейчас я вам это докажу. Вот мы видим, что река здесь протекает, все хорошо, все отлично. Все, в принципе, подготовили, ведро есть, лопата есть, топор, лом, все у нас при себе. Ну чё, ребята, терминатор, значит, в действии нафиг. Сейчас я буду ломать с этой стороны, Купик будет ломать со стороны вот этой. И я тебя победю! Засекаем время, на счет 3 начинаю раскапывать и добывать воду. 1, 2, 3! Погнали! О, ты сейчас точно проиграешь! Купик, я за тебя тащу! Правильно, потому что я победю его, я его выиграю! Давай, давай, Лава, скопай, копай! Нифига так быстро! Топор, ассистент, топор! А он рядом с тобой лежит, чё ты, ну? Вот так, вот так, вот так. Вот так. Лом, ассистент! Да лом таш! Все рядом с тобой, забирай сам. Главная защита! Есть! Пробил что ли уже? Ты офигел! Совсем чуть-чуть. Ассистент! Кувалду, нахер! Да ты заколебал уже, у тебя все под руками лежит, ну!
Ура! Мама! Ух! Да! Ассистент, она застряла. Ёлки-палки! Давай, давай, да чуть-чуть осталось! Мне страшно! Чуть-чуть! Продолжаем! Ведро! До краев! Хорош! Время стоп! За сколько же ты это сделал? 25. Да нафиг, борщ! Ну ладно, сейчас я тебя выиграю, не переживай. Отойди сюда. Я полностью промок, все перчатки мокрые. Я полностью устал. Ничего себе. Я сяду. Отдохну. Холодненько? Ага. Это хорошо. Ну что, подготовка к следующему раунду полным ходом. Так, приступаем, значит, к следующему заданию, но сначала нужно избавиться от доказательств. Владус проиграл. Эй! Что-то пустое! Ты офигел! Купик, ты красава! Выигрываешь как молодец! Ну что, приступаем к заданию. Время пошло! Давай! Купик, тащи! Ты должен выиграть! Только здесь самое главное, не упасть назад! А ты не падай! Потому что там капец. Давай. О, лед виднеется. Давай. Все, убирай. Давай, пошел. Хдыщ. Давай. Лучший. Давай. О, давай. Ты почти смог. Мне кажется, я его... Давай! У тебя еще топор есть, кувалда! Давай, перебирай! Ну что, топор? Настало твое время! Давай! Ты топор только не утопи! Постараюсь! Кувалда в дело! Кувалду! Топором руби, топором! Топором хорошо рубится! Что, я проиграл, да? Хочу! Ого, нифига, ты быстрый! Еще. Так. Все-таки без лома никуда. Против лома нет приема, как говорится. Давай. Он сейчас сам обвалится. Надеюсь. Давай, ведро в дело пошло, давай. Не добирает, набирается нафиг! До краев! Набрал и... Ебой, кубик хорош! Время! 2:02. Что? Ну просто, я знаю, в чем секрет. Я не использовал кувалду. Автоловив-то! Ух! Хорошо в деревне. О, Купик, ты чё тут? Привет. У меня водные процедуры. Ты дурак, ты зачем в прорубь-то залез? Я омолаживаюсь. Куда ты омолаживаешься? Да ладно, всё, скажу тебе по секрету. Я рыбак. Какой ты рыбак? Рыб ловлю. Кого? Рыб. Они плывут, а я хряк. А зачем ты в проруби-то сидишь? Сливаюсь с обстановкой. Понял, я тогда тебе не мешаю. Ну что, можете меня поздравить? Я все-таки сделал этого Владуса. Это было легко, честно говоря. Поэтому я так думаю, что финал будет очень горячий. А ты обязательно дождись следующего раунда и не забудь поставить лайкос на это видео. Также подписаться на все наши каналы. Короче, я пошел, сейчас придет Владус. Пока! А, вы уже здесь, да? Что могу сказать-то?
Ну проиграл, что? Ну бывает нафиг. 20 секунд это не приговор, как говорится. Ничего, в следующий раз как-нибудь отыграюсь. Вы обязательно дождитесь нового раунда, ведь скоро будет полная жаришка. Все задания и наказания еще впереди. Ну а это был Владус Мармеладус. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Пока, тус.